Она радостно встречает теперь уже не чужих, а родных людей. Это уже не первая их встреча. Знакомство состоялось на последней выставке ярмарки бездомных животных. Это, наверное, даже не жалость, а любовь с первого взгляда. Овчарка по кличке Лея попала к волонтерам год назад. Тяжело больная, с отитом, ее лечили в Димитровграде и даже за его пределами. Но так как воспаление мощнейшее и ушло внутрь, мы ее возили в Самару на МРТ, делали там сложную операцию ей, воспаление удаляли, но, к сожалению, до конца слух сохранить не удалось. Фактически Лея глухая, но хорошо понимает язык жестов, а еще она очень добрая и общительная. Светлана и ее семья из Ереклинска. Собаку берут не в качестве охранника, ведь Лея, можно сказать, инвалид. Собаку будет жить не в будке, а в доме. Вот такая реальная история о доброте. Арина Макарова, Виталий Немов, Константин Белов. Наше время.